9 единиц огнестрельного оружия, около 300 патронов различного калибра. Такой незаконный арсенал до недавних пор был на территории Смоленской области. В регионе в течение нескольких дней проходило оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению незаконного оборота оружия. За это время сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков. Так, у вас два просрочено, да? Два и будете, да, на утилизацию? Да. Я ничего не оставлю. Они мне теперь уже не надо. Оперативный интерес сотрудникам уголовного розыска представляли участники поисковых отрядов, коллекционеры оружия и ранее судимые за незаконный оборот боеприпасов. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до 8 лет. При этом лица, сдавшие оружие добровольно, от уголовной ответственности по данной статье освобождаются. Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ.